здесь попал в такое место, что как бы особо даже не видно и рыбу. Ну вот одну уже поймал. И вода как бы, я думал, она более прозрачная будет. Но что-то какая-то муть под водой плавает все-таки. Хотя вроде зима, течения нету. Ну вот такая вот вода. И окунь какой-то вялый. Может быть, то, что смотрел погоду в прошлый раз, когда мы были. Как бы не было никаких там магнитных бурь, сейчас всякие вот эти же. А сегодня типа 3 балла. Какие-то там возмущения, что-то такие, магнитные какие-то возмущения, или что-то так, я не помню. Ну, еще, конечно, может быть, игра не так. Какой-нибудь виброхвост нужен. А это еще опарыш оставался. Не знаю, с каких времен. Его цепляю, вот еще одно поймал. И все, как бы вот пару штук поймаешь и перестает рыба то ли боится, то ли что, но подходит сразу, как бы вот движение какое-то, игра, она как бы приманивает рыбу, но когда она подходит, как бы так, ну не знаю, неохотно как-то берет, что ли, как-то вот такое отношение, типа, ну, дергается и дергается, дай попробую. Как бы вот интересно, подходит все. Вот интересный момент тоже, взял прям, и как я не подсек, во рту подержал и выплюнул. И такие вот плавают, смотрят, что-то, что такое дергается. Ладно, поплыву дальше, типа, это неинтересно. А когда сидишь на льду, там же как бы не видишь, что происходит. Кажется, да блин, ну куда ж рыба-то вся делась? Она-то вот она плавает, вот подплывает к крючку. Как бы наблюдает, а не берет, пугается вот как-то. Постоит, постоит, раз. И свалили все. Типа, все это нам не интересно. Мы уплыли. Хотя сейчас и погода как бы меняется, наверное. Сейчас опять потепление. На завтра вообще дождь обещают. Вот это меняется погода. Хотя и вот эту прошлую неделю как бы холодно тоже не было. Днем там плюс 1, 0 такое. Ну, плюсовая. Тает все. Ночью там, минус 1, минус 2. Как бы, ну, как обычно. В это время. Декабрь, январь. Хотя начало декабря было холодное. А сейчас вроде вот как нормализуется опять к нормальной зиме. Так что даже, наверное, к февралю и сне этот лед может растаять. Вот еще одну взял. Ну, мелкий, правда. Ну да, тут уже... Я дёргаю, да блин, да где вы там все уже вроде подманиваю. Это монтаж, на самом деле, как бы время, ну, приличное проходит. Можно по времени посмотреть. Я специально как бы не выключаю на камере время. Можно и без времени, но мне как-то, ну, дата, число. Я люблю как-то, чтобы время показывало даже как бы, ну, не знаю, для истории, что ли.
чтобы потом можно было включить и не вспоминать там, не думать, не гадать, когда же это было. Тут как бы все пропечатано, все по времени, по минутам, по секундам. Ну вот и все, как бы вот. Я вроде дергаю, играю, а окунь такой, как будто и нету ничего. Раз и разбежался. Это уже вот в другое место камеру перенес. Тоже вот только вот буквально закинул, окунь быстро подходит. Как бы его вот это вот движение привлекает. Но он как-то вот такой... Вот, тоже вроде взялся и не попался. Не подсекся. Не, ну и я еще как бы вот эта вот вторая рыбалка получается. На льду. А до этого я не знаю, года, наверное, 3 на льду вообще не ловил. Как бы и льда не было зимой. Тут, блин, я уже на эти удочки смотрю и вспоминаю заново, как ловить. Вот тоже он что-то там пытается. Окунь. Ну, что-то как-то не получается у него взяться. Блин, вода мутная. Почему, я не знаю. Думал, будет прозрачней. Лучше, видать, но... Вот, попался. Но это тоже мелкий. А вот подошел уже крупнее. Оп. И попался. Я его поставлю на заставку, наверное, на ладошке. Будет у меня. Самый крупный вот из всех. Там потом дальше будет кусочек нашего улова. И вот он один из крупных. Как бы, а там еще два человека было, у них тоже такие, даже покрупнее этого, как бы такие с ладошку попадались. Но все равно, говорят, не очень сегодня. Вот, тоже вроде играю. Оп, взял и выплюнул. Раз, разбежались. Вот какой-то шуганный, не знаю, на самом деле, может, вот это какие-то там бури на них влияют. Ну, какой-то не особо активный. Вот подойдет и смотрит на нее, смотрит. Ну, ничего, я думаю, еще... Уже в этом, в новом году. Еще раз съезжу. Может, что лучше будет. Батарейка села, сейчас заряжается. Держу в руке. Ну, огонь как-то странно не стоит на месте. Делаешь лунку. Пару штук поймаешь. И все. И тишина. Надо переходить на другую лунку. Иначе можно сидеть долго и нудно. А сейчас мельком глянул, когда вытащил с аквабокса камеру. Чуть запись посмотрел. Рыба есть, но... Или я уже забыл, как ее ловить. Или что-то... Ну да, я там слишком вроде как... Как-то не так дергаю, хотя фиг его знает. Да, вот такой вот небольшой улов. Кошачья радость чисто. Один вот более-менее
Маленький, маленький мужик, урём так. Один такой вот. Остальные так себе. Не клёвый день. 1 января. У рыбы тоже праздник, отдыхает. Вот такой вот денечек. Всех с Новым годом. 1 января. Да, решили пойти домой. Называется. И по дороге еще лунки проверить. Все равно как-то неохотно берет. Как-то, говорю, неохотно берет. Основные ушли, наверное. Ну, они же и видео смотришь. Соберутся вокруг приманки. Как эти, вот не понимают, что происходит. Глаза вылупят. Крутятся вокруг. Хватает вроде. Ну как-то так. И думаешь, как они вообще доросли до таких размеров, если не могут приманку нормально взять. Ну тут окунь, наверное, всю остальную рыбу сожрал. Больше ничего не попадается. Наверное, и щуку съел тоже. О, ну тоже вообще. Так, как я тебе сейчас одной рукой. Ну вообще заглотил нормально. Один шарик только торчит. Ну это вот чуть-чуть. Это поболее уже. Да, ну это все равно, что это поболее. Да иди-ка ты сюда. Блин, одной рукой-то неудобно. Выплюнь, они обычно выплевывают этот. Прям схватил опарыша. Растопырился весь и не хочет отпускать. О. Растопырку. Да ну вот тоже, видишь, они. Мелочь. Надо, короче, идти домой. Ну, этот на 5 миллиметров больше. Блин, камеру неудобно держать в одной руке. Да что ты, блин. Не, все, пошли, хватит. Это вообще что? Все. Быстрое перемещение. Еще бы не навернуться.